Всем привет, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Сегодня я Смайл. Впервые в 2016 году пилю видос. Да, наконец-то вы, наверное, сколько уже ждали. Там я пробовал делать стримы, но это полная фигня. Да. И сейчас я буду как бы проходить карту. Сейчас меня на нормальный вид. Почему ночь? Я хочу день сейчас. Простите, конечно, за эти чипики. Оп, закрепим. И погнали. Первый паркур. Я очень долго уже не паркурил, а реально. С Нового года не играл в Майнкрафт. Фигня. Так, ну эта серия, я думаю, выйдет где-то. 30. Так, ну я так хочу, чтобы в 2016 году все мои ролики были креативные, там, оригинальные, не скучные, как в том году. Ну и вообще, чтобы вы рассказывали всем про меня. Вот то, что у меня есть канал. Да. То, что я делаю видосики для вас. Ну, вообще лень делать. Да, еще у меня там новая программа для монтажа, так что будет нормальный хотя бы монтаж. Кстати, я музычку какую-то поставлю интересную. Так что вот так вот. Вот так вот. Кто помнит мальчик? Получается. Есть. Подожди, да, ну тут тебе. Какая вообще музыка. Давайте сейчас тут поставим. Сейчас. Телепорт, сетка. Все, есть. Вот, погнали. Спаун поинт, если я буду возрождаться. О, тут сложно уже. Так, 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 так. Стараемся, стараемся. Опа. Опа. Ай, да как? Что за фигня? И я буду делать видосы, стараться делать видосы хотя бы раз в 3 дня. Что-то в этом роде. Кстати, наверное, кто играет в FIFA, молодцы, не сезон, а Android. Тут знаешь, что там вышли только карточки. Чё? Чё за... Ребята, сейчас, простите, конечно. Реально, простите. Но, это что было? Это что было? Не орите на меня. Все. Погнали. Кстати, надо спаун поставить. Вижу там лабиринт. И как сюда залезть? Может, это нужно как-то вниз, да? Да. Не изменился. Пока он не падал. Ну давайте сначала направо, влево, право, влево, право. Я левша значит не упал. Сейчас я не понимаю, как это нужно делать. Ну кроме прокурить. Так.
Еще музыка поиграет. Ну, помните же, даже мне как-то это что за фигня? Блин. Сейчас. А еще по словам зрителя, моим, блин, вы купались на крещение в Орубе? Если честно, то я купался. Если хотите, то я выложу видосик. Угу, видосик, блин. Здесь. Блин, че за фигня? Это полный пункт. Ой, нет, блин, сейчас надо покупать. Сейчас, секунду, попью чайку. Вот, я вернулся, так, купил чайку. Так, бэк. Странная карта, конечно же, какая-то. Следующий, вроде бы, ролик я собираюсь сделать прохождение. Тоже карта, но не паркур. Вот это там адвенчер. Если кто знает какую-то интересную карту для прохождения, то пишите в комменты. И рассказывайте, конечно, друзьям, какие они интересные, увлекательные. Блин, ну фигня. Не фартит. Еще собираюсь делать стрим, это я уже говорил. Ну, короче, стрим, я еще не знаю, что я буду там делать. О, наверное, дом. Я все какой-то дом построю на карте на этом стриме. What the fuck? Сейчас, подождите секунду. У меня бомбит. Серьезно, бомбит. Опять пойдем налево, наверное. Она бомбит! Бомбит! Спокойно, 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 спокойно. Так. Как сюда допрыгнуть? Я допрыгнул, но я перепрыгнул. Так, please. Сейчас он, наверное. Так, так. Нет, все, я прошел, да, есть, кому? Так, теперь что тут нужно делать?
искать выход. Или... Чё-чё-чё-чё? Ват, ват, фак, ват, фак. Кидинг. Just kidding. Ты издеваешься надо мной? Так. Выхода тебе найти или чё? Понимаю. Так понимаешь, что нужно... Подождите, а что... А, там уже после этого ты прошел карту. Ну как дальше? Куда дальше? Эй, карта, скажешь мне? Вот, чё почём? Как это получается? Значит, я думаю, нам нужно назад. Но если что, я уже прошёл туда, так что я могу на флай. Да, ребят. Так. Блин, да что за фигня? Ребята. Так, уже 11 минут ролик. Тупо горит. Тупо подгорает бэк. Бэк. Лабиринт. Так, я молчу, потому что я сосредоточенный. Пройти этот долбанный паркур. Я прошел. Я в последний момент подумал, что я упаду. Да, вот так вот. Что-то похоже на лабиринтик. Так, так, ну и... Что я должен здесь делать? What the fuck? Это дебильная карта, что-то. Не понимаю. Спокойно, Андрей, спокойно. Такое чувство, что я бегаю кругами. Ребят, ну я, наверное, включу флай, посмотрю, что тут нужно делать. Реально, простите, но я не понимаю. Ну вот, да? Так, так, нужно дальше. А тут никак, да. Сейчас нужно направо, ладно. Ну уж простите, но я чуть-чуть пройду дальше. Угу, пройду. Заново пройду вот это. Я же не поставил спаун. Есть. Вы не расстраивайтесь, если долечу. Ну, пожалуйста. Простите. Так, 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 так. Так, все. Эти прошел. ТХХ, фулплей. Так. Я теперь прошел карту. Так, а что тогда здесь? А, это просто прикол тоже был.
Сюда не нужно было. Я прошел карту. Блин, конечно. Так, еще раз вам покажу. Она маленькая, но я все записал, да. Вот. А тут сундуки еще были. Я не заметил. Так. Сундучки есть. Ну, пофиг, в принципе, ну, карта-то прикольная. Тут вверх не нужно было. Тут он троллил, а вот тут мы прошли, в принципе, карту. Карта была неплохая. Да, сейчас. Сейчас. Карта в итоге. Карта неплохая, но очень маленькая. Но я надеюсь, этот видос заслужил лайка, вашего просмотра и рассказывайте друзьям про меня, про мои видео. Я надеюсь, в скором времени я наберу там 500 подписчиков. 500. Блин, я несу. 500 подписчиков, и тогда уже что-то будет интересное, да? У меня есть планы. Да. О, безумие. Это безумие. Так. Ну что, я пошел монтировать. Для вас это будет незаметно. Просто уже вы будете смотреть отмонтированный прикольный ролик. Все, последние слова. Всем удачи. Всем пока.